То есть тут я аккорды, которые не знаю, делаю, какие я знаю. G9, не играй G9, играй просто G. Да, я играю так. Из лесной олень по моему хоте. Всеми, я не знаю, как... Да, да, да. Вот сейчас было хорошо. И это пониже, и тебе удобно. Давай прогоним еще раз. Там повторяется. Синью дождливый серый день пробежал по городу аллей. Он бежал над гулкой моста. Я не знаю, что C9, я только C играю. А C9 не знаю, я C играю. Вот у меня C. А CM сыграй? Я не знаю, что CM. Ну ладно, нет, не то вообще. Ну и все, как получится. Вот такой же аккорд сможешь играть? Нет, у меня нет слуха. Я не знаю нот. Я знаю только аккорды, которые я выучила за всю свою жизнь. Я не знаю, что они значат. Есть АМ, ДМ, С. Ты молодец. Что это значит? Я не знаю. Я знаю, как их зажимают на гитаре. АМ, ДМ, С, М. Может быть, я верю вам на слово. Но я не знаю, как она звучит. Это я. Дождливый серый день пробежал по городу аллей. Он бежал по гулкой мостовой. Режим леса. Здесь у нас что стрела? А здесь H7. Ну это не нормально. Да, играем. Стрелой вези меня. А что, почему я F7 не подходит? Весной лень по моему хотенью. Учи меня, лень, свою страну оленью. Где сосны рвутся в небо, где быль живет. Слишком сложно мне играть. Хочешь, то я спою? Ну, давай. Вот это дуэт, вообще представляешь себе? Ну, да, я как бы не факт, что я ее...